За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Первое видео прислал наш помощник Василий Иностранец. Регистратор мужчины заснял езду по тротуару. Пока на дороге небольшой затор, справа спокойно едет Kia Sportage. Белый кроссовер быстрее остальных заехал на территорию оптовки Intec. Главное, оперативно. 465 ВКХ 164. Саратовцы просят патрульных наказать двух псевдоинвалидов, припарковали иномарки у здания Октябрьского суда, что на Советской. Kia Ceed и Opel Astra. Опознавательных знаков нет, а парковка, между прочим, для инвалидов. Да что же шумахер это? По встречке ездить, коты. Телезритель Виталий снял пустую субботнюю дорогу в центре Саратова. На Мичурина на его глазах попались сразу три нарушителя, которые двигались по встречной полосе общественного транспорта. На кадрах сначала «Лада Гранта», затем «Шевроле Лачетти» и замыкает тройку автохамов водитель «Киа Рио». Пешеход из Ленинского района вооружился телефоном и снял двор 30-го дома на Лунной. Автомобиль BMW с волгоградскими номерами заехал частично на зеленую зону и под знак парковки для инвалидов. Рядом припаркован Audi с питерскими номерами. Водитель заехал на дорожку к детской площадке, перекрыв к ней подход, говорит мужчина. Ролики с нарушениями, что прислали уже в саратовском ГИБДД, так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронную адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе.